Добрейший-предобрейший вечериший. Всем привет, дорогие друзья. Так, где наша игра? Так, добрый вечер. Добрый, добрейший вечериший. Андрюшка, Бородулька, дядя Сережа, Серега, привет, Титлол, привет. Так, я собираюсь продолжить Dark Антологию. Немножко попугать вас, как говорится. Так, окей, мое и наше с кисточкой. Так, окей, сейчас все подрубим. И уперед труба зовет. Напомните, куда надо нажимать, когда курсор мыши пропадает с экрана. Вы меня что-то там учили, блин. То ли Alt F8, то ли что-то такое. Только что вот стрим пришлось перезапускать заново. Игра, блин, неудачно свернулась. И, блин, это... мыша пропала. И пришлось вот это вот. Вот это вот. И не факт, что сейчас такое не будет. Понимаете, она как-то не очень правильно запускается. Игра. Так, чат подрубаем. Танёк играет Maya of Imperia. Что-то интересное. Так, окей. Ладно, будем надеяться, что... Смотрите, вот где игра? Я ее не вижу. Что за бред, блин? А она звучит. Что за херня? Так, гляньте, звук игры идет, а где она? Да ее даже в запущенном приложении нет. Так можно было? Хрена не понимаю. Тряв не подглядывай. Кто помнит, как мышу выводить курсор, если он пропадает с экрана? Что, никто не знает ничего? Все двоечники. Что-то я не пойму, у меня... У меня тут заново идет заставка. Очень интересно. Очень интересно. Тю. Что-то я не понимаю. Мне кажется, у вас там идет своя картинка, у меня своя. По-моему, она запустилась уже раза три игра. Странно. Тю. Ой-ой-ой-ой-ой. Снять задачу. Блин. Ладно, я еще раз запущу. Что происходит? Че на фоном идет? Интересное кино.
Ладно, пробуем еще раз. Во. У вас вроде бы тоже пошло. Ладно. Сколько мы уже? 10 минут как не можем запустить, да? Нормально. Так, надеюсь, она сейчас загрузится. Заработала. Все, погнали. Ну что, оторвались? Зашел. Надо идти. Гляньте. А здесь уютненько. Пошли. Тут наверняка есть лестница. Чудесница. Тут сейчас начнется самое страшное. Я уже боюсь. Стоп, там была дверь нарисована, ём. Блин. Ну. Раскрыта тайна вонючих носков и грязных трусов. Очень смешно. Прям вообще смешно. Вон там еще что-то. Блядь! Начинается вот этот херню страдания. Это ж... Ничего ж, да? И шо, всё? Ни хрена тут хорошего даже и не было. Несерьёзно. Нахрен мы сюда заходили? Стоп, мне показалось, там кто-то стоял. А ну выйди обратно. Бля, у меня такой поклюк был, что тут кто-то... Странно. Хоть бери стрим и подматывай. Интересно, куда все подевались? Тут должны быть десятки людей. Сотни. Как они могли исчезнуть? Оставив здесь все свои вещи? Что-то не сходится. Каком кверху, блин. А где же стрелочка? Вы здесь? Out of the... чего? Ёп! Today, блин. Это... Во, и мне тоже показалось. Серега, я подумал, что у меня глюк какой-то. Я тебе клянусь, была, да, около двери справа медсестричка такая, тюм, на долю секунды. Я подумал, что меня, блин, глюкануло. То есть, блин, в натуре, ну просто я не буду на стриме это пить. О, человек живущий.
в Индийском океане, дядь Серёж. Что вы тут это? Я просто не могу в это поверить. Куда подевался брат? Иди акул гоняй, дядь Серёж. Я знаю не больше тебя. Пьет там камикадзе сидит, блин. Камичи-как. Камичи-как. Ты слышал? Если ты имеешь в виду зловещие звуки, нет, не слышал. Еще как слышал. Что-то двигалось? Да, такой звук, когда что-то двигается. Какие акулы? К акул! Ну иди к акул тогда лови. Ничего. Нету акул, иди к акул лови. Есть такие эти, к акулы. Ладно, дядь Серёж. Тебе там хорошо, это нам тут. Бедные мы несчастные. Это что, у тебя первый день уже прошел? Да подожди, что, тебе уже 6 дней осталось там всего лишь? Это первый день уже все как бы, минус день. Я аж прям переживаю. Шо он еле ходит, блин? Угу, ля капец, время летит, блин. Не успели прилететь, чемоданы распаковать уже домой. Да. Тяжело. Так, что это такое? Давай почитаем. Я выявил проблемные места в хрупкости конструкции трещины в некоторых секциях грузового отсека. Поручил работникам провести необходимые сварочные работы. Я посылал капитана не подвергать корабль вашим нагрузкам, особенно в плохую погоду. Любое агрессивное маневрирование может привести к перелому корпуса. Тревога нажала был. Некоторые любое было исправлено. Чистил контакты. Ну, это все вообще как-то неинтересно. Провел тщательную ежедневную проверку топлива, масла в жидкой машинном отделении. Проверка показала уровень масла в цилиндрах ниже ожидания. Напомню персоналу машинного отделения, что невнимательно корабль попал в сильный грозовой шторм, начавшийся вскоре после полуночи. Молния вызвала дуговые разряды в подъемных тросах, висящих над палубой, что привело к ущербу. Смазка вскипела, повредила часть тросов. Мне доложили, что основные проблемы шторм нанес электрическому оборудованию. Короче, херня. Это нам ничем не поможет. Ложи книжку. Включай фонарик. Пошли. Слушай, они так ходят по этому кораблю спокойно, как будто тут ни пиратов уже нет. Никого. Они булки-то расслабили явно. С фонариками такие, как у себя дома, блин. Как будто так и надо. Что это такое? Каках какой-то. О, это черепок крысы. Я отвечаю, это череп крысы, блин. Бери его. Крути его. Давай, ты будешь его крутить? И шо? И ни хрена, блин. На дядя Серёжу похож. Чуть-чуть, особенно справа. На дядю Серёжу похоже немного. Каска, бери каску, блин. О, ещё какая-то книжка. Сижу, думаю, на чего? А теперь то же самое не по это. Не по-мальдивски. Можешь... Опять читать. Капитан запретил пить аж до конца плавания. Ой, Серега, тебе на этот корабль никак. На трезвую голову сразу понятно, для чего... До чего на корабле тихо. Ну, там подрались эти два дебила. Но Фэри сразу пересек побалакал с парнем, который помог грузить на корабль. Он сказал, что среди прочего там была куча гробов. Ну еще вроде как он сказал, что там один малый следил, чтобы все гробы грузили строго в один отсек, чтобы только так. О простых вояках так не забывают. Вот теперь я думаю, кто мог быть в этих ящиках. Перескал один из ребят, наделал самогон из припасов, которые натырили в 6 часов. Надо с ним встретиться, заценить. Самогон получился фигня. Перескал, что за 4 кружки окосел. Но я сказал, что он гонит. Это же просто мутная водичка. Я слышал, как один малый говорил, что смог посмотреть на эти ящики. Надо его найти и узнать, что он видел.
Все заметано, я уверен, что сможем меня провести сегодня ночью. Мы тогда посмотрим. Все обломалось. Малый, который хотел мне помочь, лег лазарет. Док Ринли, думая, что он сочкует. Может быть, так оно и есть. Но или другое. Мол, с тем местом что-то неладно. Не знаю о чем. Но он еще тот типа. Не хотелось бы вместе с ним влипнуть, я так скажу. Перец говорит, ребята нагнали еще Сана Манагона. Если честно, в лом идти и пробовать... Чем еще заниматься? Новости, новая партия вышла хуже предыдущей, что-то еще раз пошел. Так, я прошлой ночью стоял в вахту, чуть со страху там из-за него не рехнулся, волос тоже напугался. Давай не стечешь про какого-то сержанта, который пропал без вести. Может, это как раз Джонс и его ребята в тех ящиках плывут домой. Я успел заглянуть, и, господи, там все было, как парень в порту говорил. Ящики так расставлены, все укрыты флагами, опрятные такие. Если там, правда, Джонс и его покоя честь, дедушка Сэм никогда не оставит. Короче... А то мы не знали, что на корабле были 4 гроба, да? Как будто мы что-то новое узнали. Что-то нифига себе, какое новое. Картина, корзина, картуа. Серьезно? Серьезно? Кошмар, блин. Грустный кошмар, блин. Жесть какая-то. И туда. Блин, чё он быстрее не перемещается? Что-то они тут еле-еле ползают. Здравствуйте. Ну. Пираты, фонарик, идиот, выключи, ты что, дебил, блин. Ну-ка, тихо все. У одной лампа, у второй фонарик, блин. Нормально. Смешные. О, трамплер. Вот он именно вот сюда вот пришел, блин, через весь корабль шел. Думает, отнесу-ка я трамплер именно туда, положу на ящик, блин. Уверен? Да, уверен. Вот бред. Разбей его нахрен, бля, трамплер и все. Я схожу за ним. Это наш шанс, надо быть осторожнее. Вообще, как бы... Нельзя торопиться. Вдруг западня. Нам придется рискнуть. Ну все. Глядите, Боба. Шипа у нее какая-то большая. Спрятаться. Спрячься, блин, дура. А, это он спрятался, лошара. А ей не сказал. Я думал, чтоб она спряталась. Ой-о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 й, дура. Где остальные? Капец, бабе, блин. Я пытаюсь услышать, что происходит. Я не ору. Заткнись, я хочу знать, где остальные. Где остальные? Идем за ними.
виду. Что мы делаем? Мы же шли за ними. Нельзя подходить близко. Так мы их обгоним. Хочется верить. Я справлюсь. Блин, а еще тут вообще не бегают. Это иди. Что-то они какие-то тормоза тут. Что это? Слышал? Что-то было. Не смешно. Ни хрена нет. Ё-моё. Видишь ту звезду? Это сейчас будет явно. Погоди, мы здесь уже были. По-моему, нет. Вообще-то это кухня, точно не были. Я тебе говорю, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? Бросьте, надо идти дальше. Не были они тут, блин, что она гонит? Что она на бедного Алекса наговаривает? Эй! Сегодня по графику мясная запеканка. Вкусно! В какой-то момент время как будто замерло. Весь корабль перестал работать. Чего их так кормят? Пойдет. Кормили, точнее сказать. Ёп. Господи, боже. Алекс, что там? Посмотри. Фу, иди посмотри. Ого. Ну и что, ну показал я отношения обновления. Капец какой-то. Суп дюжур, мадемуазель? Можно подумать, ты умеешь готовить. Малыш, вот поженимся, и я стану твоим личным шеф-поваром. Поженимся. Так, все, тут, походу, нехер ловить на этой кухне. А это еще что за место? Думаю, это правильный путь. Столовая, шо? То была кухня, это столовая. Совсем дурная, шо? О, сейчас еще одна картинка будет. Кого-то могут ножичком проткнуть. Стоп. Что-то не так. Чего не так? Все так. Что? Что? Здесь кто-то есть!
Был ведь, ну, какой-то звук. Я больше перепугался, чем она, блин. Я точно что-то видела, движение какое-то. Фу. Просто крысы. Наверное, это просто крысы. Крис. Никого нет. Не смейся надо мной. Так, здесь мы уже были. Я помню это место. Мы ходим кругами. И что делать? Развернуться? Мы все это уже видели. Хватит, Джей. У нас нет выбора. Надо идти туда. Короче, нет. Это явно не мой вариант. О, а тут-то вы не были. Мерзкие гробы в жутких часовнях. Не моя тема. Ну да, тут мерзко и жутко. Надо убираться отсюда. И надо найти Флис. Отлично, так чего же мы тут торчим? А это что? Сами говорят, надо убираться, и сами же, блин, это. Полезли, блин, смотреть все. Эй, тут имя написано. Брайан и Картер. Что они здесь делают? Не думаю, что они планировали навсегда застрять на корабле призраков. Какая разница, кто они и откуда? Один секрет. Там табличка с именем солдата. И чё? Они мертвы, а мы живы. Пусть так... И чё? Распланировано по дням, и в нём состоит отметки выполнения, но после плавания отметки прекращаются. Дальше и будет. Чини, блин, это самое. Письмо любимому беззагадатному корабле. Так, это мы читали. Он упоминается об офицере и принят Джонса, и утрате автор поверил, что Джонса и его бойцы лежат в... Ага. В грюбах. В грюбах. Пятерочка. А ты что, открыть хочешь? Реально? Опа, ща, шуба, это вообще человек все равно на цаплях. Это вообще, а шо это? Вот жесть. Так там два просто. Это вообще... кто? Это хоть ну... человек? Что это за чертовщина? Ну, а шо тут? Короче, не пойму, две головы, что? Все, уходим! Две головы? Рили? Зачем запирать гроб на замок? А вот это шоп не зачем надо. Зачем цепи и замок? А но вот не надо. Способ разорвать отношения. Не, надо быть полными дебилами, чтобы ты тут лезть туда. Посмотри, похож на детский. Не хочу, пошли отсюда. Там просто одна голова. Это малыш Дракула. Больше ни хрена там нету. А тут его родители, и они лежат в земле из родной. Или одна нога. Они все нападают на Конрада. Или одна рука. Конец. Так, ладно. О, что-то там еще есть. А это что за... Что такое? Бля, так и знал, что... А, ой, бля! Что там? Смотри. Ты что, меня пугаешь? А? Охренеть, блин. Как-то не жда... А то есть то, что голова упала, это им похрену, да? Это все нормально, блин. Они на вазочку на какую-то смотрят. Ну и что с вазочкой? Ни хера ж не делается. Чувак, там голова где-то лежит, блин. На полу ж была. Ля, я ее не вижу. Стринно, блин. Не пойму, а что это ваза? Ну, она ж ни хера не делает, блин. Странно как-то. Странно и очень сыкотно. А где голова делать? Пошли, пошли, пошли. А побыстрее нельзя? Нет, там тормоз, блин, еще тут. Есть, мэм.
обошлись. Давайте быстрее. Тормозяка, блин. А, это его глюкануло? Откуда этот звук? Ни хрена себе. Так если бы его так глюкануло, он бы тут уже, блин, у него штаники бы хлюпали бы уже. Как у меня, примерно. Ого. Да здесь идеально чисто. Ля, в натуре как вообще другое место. Как будто, блин, другой вообще корабль, блин. Ля, как оно так все сохранилось? Твою мать! Эй, сейчас не время валять дурака. Я серьезно, я на пределе. А как он так сохранился-то? О! Какого хрена? Не трогай, зачем к нему лезть? Красава, блин, просто как... А зубки, блин, все целенькие. Куда подевался Конрад? Конрад! О, тут еще лучше. Решил проветриться? Это что? Он умер от испуга? Жуть какая. Один секрет. Труп начнен ли выражением ужаса, он выглядит так, словно умер от именно от страха. Где вы видите ужас на его лице? Нормальное улыбающее лицо счастливого трупа, блин. Вон еще ж. Да вот еще, блин, лошара. Да иди ж ты, блин. Посмотрим. Электрокард, Фредди, диагноз аппендицит. Он умер от обширного инфаркта. А вот это очень странно. Хэштег нет. Нет. Что такое хэштег нет? Что она там вообще дура, что ли? Там глючит, я смотрю, конкретненько. Хэштег нет, блин. Опасная женщина. Кони! Кони! Кони, черт, да где же ты? Не, нормально орать, да, это они там от пиратов прячутся. Охренеть, да, идти, орать, блин. Наверное, ушел вперед. Кони! Тише, конечно, ты что, дура, блин? Хочу и кричу. Кони! Пш, совсем больная. Черт, куда он делся? Не твое дело. Скажи, куда мы, блин, идем? Вообще-то ты идешь, а он за тобой идет. Это так, на всякий случай. Палку. Эй! Назад! Не трогай! К чему это было?
Ты не знаешь, что творишь. Делаешь, что он говорит, да? Стой! Они все хаотично ходят по этому кораблю. Никто толком не знает даже куда, да? Да типа он ее ведет. Слышь, ей еще звать его надо, блин. Один секрет, на котором написана надпись различима только словом Медан, часть названия корабля. Чей не секрет, блин. Прям капец, секретище просто. Сказано тебе, вперед. Ничего не бойся, я с тобой. Ну. Что это за шум? Что ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Да ладно, скажи ей честно. Олсен! Скажи ей, это я пердю. Бля. Не делай этого, прошу. Так вообще ничего. Боже! Этот парень сейчас здесь, с нами, умер на корабле, там и остаешься. Да ну, бред какой ты несешь. Куда подевались твои друзья? Я не знаю, что за херня тут творится, но нам нужно найти Олсена. Срочно! Тут начинается соображение, он выглядит, как будто перед смертью чего-то прятался. Олсен! Олсен, черт, что ты делаешь? Здесь Катюфе! Здесь Катюфе! Катюфе! Твою мать, рука была, я видел. Ой, херово, ой, не надо. Дай посмотреть видение, лошара, если она не увидит, ты сдохнешь же, блин. Да, они спят, я походу спать под кокос. Кто они? Кто они? Ты ходил... к местным туземцам племени Тумба-Юмба. Да, он не дал ей посмотреть картину, представляете? А чё это ты спать под кокос? И там что, у тебя места нет, блин, или что? Там у вас три кровати. C'est quoi ce bordel? Чё-то, что с ней, что происходит? Точнее сказать, две кровати на три места. Ha ha ha!
Бля, он что, с ума сошел? Бля. Да ну нахрен. А что случилось? Что за бред? А пистолет где? Может, ей вернуться обратно и посмотреть все-таки картину, я вот думаю, которую он не дал посмотреть. Ага, нас туда уже не пускают. Серега, смотри, чтоб кокос на твои кокосики. Да он в каске спать будет. Не переживай, Сань. Он в каске спит. Так, стоп. А, вот эта картина все-таки. Ух ты, ёпта, блин. Еще посох у него какой веселый, блин. Вы видели, блин? Аж чумелые ручки, блин. Серега, ты ж каску ж уже купил, все правильно? Так, а куда мы не ходили? Что-то я уже сам начинаю тупить, блин. Я... А как? А, надо было нажимать, ёпта, блин, я забыл, что надо делать. Я уже крышу заказал. Так, каска какой сети не защитит. А он на какой снике заказал? Он на кокушнике заказал. Эй. Есть тут кто? Сейчас баха там морда, блин. Там, сейчас. И что она увидела, что прям бей, без этого не жить, блин. И что она опять вернулась? Что были, типа? Не к добру все. Ой, не добру все это. Короче, что за фигня? Не пролез, тают. Тают скримеры. Что за фигня? Не пролез, тают скримеры. Куда я не пролез, дядя Сереж? Все нормально. Ситуация под контролем. Абсолютно. Подождите, тут что так было, блин? Стоп. Вот там что-то есть. Ну, я что-то ж видел. Так не там. Фигня. У меня аж мурашки, видели? Блин, там что-то было. Ой, ёпта, бля. Да ну нахрен. А что с этим, блин, с её этим сталось? Что здесь произошло? Ни хрена не могу понять. Жетон. Чарльз Перис. Перис.
Так, а нам точно туда надо? Мы еще там не все посмотрим. Ёб твою мать. Ауе! Черт! Ах ты ж долбануться нахрен, что за сучий день! Черт! Этот сутки там, я не знаю, в сортире, что ли, просидел. В унитазе. Выше нас. Давай же, мать твою, не тусь. Ну же! Дерьмо. Блин, я рожу сегодня, блин. Фу. Кто здесь? Это очень плохо. Я уже начинаю оглядываться, блин. Что-то же было же еще. Браслет Джулии. Они здесь были. Отлично. Они здесь были. Умел. Пец просто. Эль. Логика. Тела, да можешь как-то быстрее двигаться? А иди ж ты сюда. Ёх, туды, блин. Святая Матерь Божья. Йогурт пиздатый. Они говорят, вали отсюда нахрен. Пехота США, команда волков. Рампалы сейчас банда здесь была, я понял. А это что еще тут? Надо мне тут, блин.
нахрен мы сюда заходили, блин. Ни черта нету. Драка между членами экипажа, зачинщика арестован, вспышки насилия по всему кораблю, необходимые инструкции. Не понял. Дальше-то куда? Ле. Подожди, мы ж тут шли ж. Стой, блин. Так. Стоять, тут ни хрена не было аж больше дальше выхода. А, ёб туда, проход есть. Эй. Эй. I need help. Да, пираты, где вы? Дайте мне хоть уже пиратов. Ему уже так страшно, что он уже готов на все. Фу, твою мать, блин, а? Ух. Да ну нахрен, а? У меня сейчас сердце просто, блин, сдохнет нахрен в этой игре, блин. Сука, блин. Что там дернулось? А, против. Это же. И. Почему мы? Заказал цветов и праздник Ксении Юрьевне. На когда? На сейчас? Она хоть в курсе, блин. Цветов и праздник. А, так подожди, у нее правда в понедельник день рождения? Подожди. Дядя Сереж, а то что-то как-то ты не заметил вопрос. Ксения Юрьевна, правда в понедельник днюха, блин? Что это за звуки? Блин, а чё сюда? Я не хочу ещё сюда идти. Они рядом? Да. Ля ты романтик, цветы, праздник. Ля ты какой, няшка, неваляшка. Ля ты няш... няшный няшка, блин. Сколько можно? Пацан, шо ты курил, блин? У него пульс все учащается и учащается, ёптуды. Я так могу и не успеть. Фу, бля. Аж руки вспотели, блин. Так вы там будете вот это... туземцы в этих... набедренных поясках там. С копьями. Тумба-юмба. Будут петь «Ксения Юрьевна!» И такие «О-о-о-о-о-о-о-о!» Да? Примерно так все будет. Зашибись.
что же сюда смотрел? Же, ну не выше даже... нос, чувак. Выше нос. Почти. Представляю я. Главное, чтобы они тебя, Серега, потом на костре не пожарили под конец праздника. То мало ли, блин, какие у них там обычаи. Шоу. Шоу, ну к чему? Death and Tower. Future. Я готов уже уйти? Куда? Это остров. Дядь Серж. Никуда ты не уйдешь. Ложись спать. Что ты там херней страдаешь? Заявка на выдачу снаряжения. Уже выдан противогаз. My missing complete. Зараза, блин. Кажется... Шо кажется? Шо он гонит? Может, они там. Просто так я туда не заберусь. Блять, сука, буква, ёб... Это же просто нечестно. Грёбаная буква, блин. Ну, сука, ну я не успеваю вообще, у меня мозг не успевает даже понимать, чего от меня хотят. Я завалил за этот проход, блин. Тут есть ящик, блин. Тут тёлки. Горят русские тёлки. Крови все. Что за жуть ты мне рассказываешь? Тут тёлки в крови стоят. Горят русские тёлки. Не лезь там никуда. На жопу приключений не ищи. А тёлки, которые побитые, которых русские тёлки побили, они что, не русские? Я что-то заметил, чем больше я нервничаю, тем я зевать начинаю, если честно. Что-то я в прошлый раз, когда играл, блин. Алекс? Джулия? Эй! Иди закройся в домик, дядя, замок. А за щелочку выключи свет и сделай вид, что у вас дома нет, блин. Конечно, у нас. Короче, наши отхерячили наших или шо, блин? Конечно, у наших. Покурить он у него. Я шо, блин? Зажигалки нет? Ты поехал отдыхать на как ее, блин, на Мальдивы, и даже зажигалки у тебя нет, ля ты бомж. Ты просто... А, о, картина, ёпта, блин. Их спасет вертолет. Блин, я совсем забываю это. А, Д, С, Дабл, В, блин. Что-то, блин, я теряюсь. Оно так неожиданно появляется, что я забываю, что от меня... Что надо на кнопки нажимать. Пец ты поехал. Камеру дома оставил. Аква к чего там, блин, бокс дома оставил. Зажигалку дома оставил. Писец, короче. А купить не пробовал там спички хотя бы.
Ты теперь все время будешь это прикурить у всех там просить, блин. И скажут, о, блин, опять этот мальчик идет, бомж, у которого даже зажигалки нет. Так и пойдет, блин, будут ходить слухи. Русские ходят, даже зажигалок нет на Мальдивах. Думаешь, уверен. Так потом сплетни и рождаются. Типа, блин, на Мальдивы хватило, а на зажигалку нет, блин. Шумно. Да тут перелезть, блин. Расплюнуть. Да шо ж он такой шуганный? Я ничего не слышу. Ничего не слышу. Скелеты? Где, похоже, какие-то разборки. Даша, вы просили держать в курсе ситуации с вами. Мы отправляем радиограмму, когда нужно время, но не получили ответа. Не понимаю, постоянно сообщение в Фианах больше не было принято не волноваться. Забуду в нашем радиооборудовании, я изучаю ситуацию, доложу ее позже. Позже. О, этот ключ. Бери, блин. Бери ключ. Ключ всегда пригодится. Вас не должно здесь быть. Да ладно. Я не должен вас видеть. Это тебя не должно быть тут. Они служили на этом корабле. Это их корабль. Захотел чувак, повесился. Не захотел, не повесился. Это лично его дело, блин. Ходит тут, рассказывает. И людям, блин, что им делать, что им не делать. А, это мы что, круг прошли, что ли? Туки-туки. Ладно, идем спрыгивать, значит. Туки-туки. Он шо, в очках, блин? Я только заметил. Ля, этот идиот по ночи в очках ходит. С фонариком. Господи. Не, ну. Алекс? Джулия? Ох, твою мать! Ключ что, уронил? Как я, это 100%, блин. Я не стал этого говорить. А ты точно знаешь, куда идти? Ёшкин кошкин, вы видели это, блин, а? Я прям... Бля, блин, там тело прошло. Вот ты неугомонный, ты спать вообще собираешься ложиться? У тебя там сколько? Плюс 3 часа. Это у тебя сколько? 11 ночи уже? Иди спи, блин, уже. Ё-моё. Бля, призрак. В натуре призрак, блин. Так в шортах, в современных. Что тут происходит? То пуля была или шо? Шо они хотели этим сказать?
Что ее покрутить надо? Что сделать с ней? Видимо, пуля, да? Он убит, застрелен. Так ты теперь там неделю, что ли, спать не будешь? Хотя, конечно, от тебя чего угодно можно ожидать. Даже этого. Действительно, какой нормальный человек приедет на Мальдивы и будет спать, Серега? В самолете в обратно туда... Бля! Да ну на! Бля! Что за бред, блин? Уя, блин, ё-моё. Господи, что это? Ух ты, не уя себе. Что они там курили, блин, на этом корабле? Ох, там штыри ты, блин. Серёга, ля там, блин, людям весело. Такие, блин, у них сны, блин, веселые. Что просто пипец, блин. Здесь что-то не так. Ты тут не так, блин, дух. Ты тут не так. Что тут происходит? Залабай цыганочку с выходом, блин. Слабо. Так. Давай, Флис, соберись. Соберись, тряпка. Соберись. Так, чтобы ничего нет больше. А, вот что еще. О, начинается. Посвященному должны собраться в тишине не более не менее, чем пятеро чистых разумом и душой. Трое не должны быть женщинами. А у них только две бабы. И двое мужчинами. Лица должны быть скрыты капюшонами. Знаешь, что для волхва и духовного благополучия пасха еще начнется фестиваль. Дабы избавиться от демонов, силами посвященных дарует следует начитать пентаграмму, после всего каждый посвященный займет свое место в одной из вершин. Дело принесенному должна быть лишена сознания, помещена. Синий раздадим собрать, надо читать сговор Сороса с мечами в руках, со всем достойным рвением. Мы стоим пятером в долине, на сто тыры-пыры. Символ. Вскрикните. Ошибись. Очень интересно. Ну, очень интересно. Что тут было сейчас? Так и родить можно, блин. Это что это? Автомат, что ли, какой-то? А. Все. А если еще раз открыть, нет?
Не, нихера не меняется. Ладно. Хрен с тобой, блин. О. А это к чему, блин, простите? Фу, блин, с своими приколами, блин. Так, шо, все, идем. Там есть выход, это я уже понял. Идем туда в дверь. Ни одно видение еще даже рядом не было. Куда идем, а хер его знает. Слишком странно. Что, гроб, что ли? И вообще, да, на корабле, на который сгнивший уже весь, блин. Такие слишком странно, блин. Да я бы уже себе харакири бы сделал, бы и не мучился. Топ я, блин, лазил. Блядь, сука. Топ я в гробы бы лазил бы, смотрел бы. Больше б не делать было нихер, блин. Кто бы из вас, блин, стоит гроб, вас не трогает. Кто бы подошел бы и обязательно в него бы заглянул бы. Вот кому бы было делать нехрен вообще. А все пропало, блин. А нехер было выходить, а все было красиво. Вылезла дура, блин. А, это этот тип упал. Эй! Брэд? Капитан? Как ты меня нашел? А все-таки спрятаться от этих жуликов было чертовски умным ходом. Ты просто спрятался под койкой? О, да ладно. Спрятался под кроватью, как девчонка-школьница. Мог бы и помочь. Нас было бы больше. Ну, не знаю. Я думал, это умно. Откуда противогаз? Нашел в одном из шкафчиков. Думал, пригодится, но не знаю. Надо выбираться. Корабль большой, коридоров много. Нам придется проверять их по очереди, пока не найдем выход. О! Ничего хуже на корабле случиться не может. Да. Фу, блин. Нам нужно попасть на палубу. Ты прямо мысли мои читаешь. Так ты ж только шо бы выходила на палубу, ёб туды, блин. Чё ты гонишь, шо, блин? О, интересно, как он умер. У каждого шо, заключение записка? Смерти рядом лежит, блин. Семь членов несущим вахту, призраки, как некоторые на связанной части кажутся, что на кровной
и два других моих везучих слуг, я призрак мой, тщательно обыскав все трюмы за ночную смену. Высших заключений на борту призраков нет. Все случаи, смотря перемещение груза, цепляются ли на движение корабля, ваш долг убедиться, что груз закреплен. Вы все обученные солдаты, ля-ля-ля, тополя. Пойду темных крепить, так смотрят на меня. Ой, Серега. Тут можно залезть. Эй, Брэд, иди сюда. О, смотри. Может, сюда? Ты играешься. Ниже спускаться некуда. Это тебе не Ульяна, блин. Это главный приводной вал. Готово? Да. Похоже на выход. Ну и нахрен они туда смотрят, если они только оттуда вылезли. О, бери, блин. Хотела бы я сказать, что она нам пригодится, но это хлам. Как это? Ты чё, блин? Бери, блин. Ты, блин, глупая женщина. Ого. Высоко. Должен быть путь на палубу. Гениально, Холмс. Дошло, наконец. Ну и шо, куда? Где он делся, Лёша? Эй, а где он? Испарился, что ли? Нихера не понятно. А ничего, нет, что он был и исчез. Здесь не пробраться. Не понял я юмора. Где этот тип делся, блин? Тю, прикол. Что за бред? Хера не помню. А вот. Так они ж отсюда залезли. Что он как дурак туда смотрит? Больной что ли? Эй, Брэд, гляди. Лестница. Может, это наш шанс? Ля, сзади дядька стоит, блин. Кинем монетку? Я пойду. Ладно. Ради бога. Эй, Флис, ты в норме? А то. А ты как? Супер. Это нам так поможет. Вот черт. Все окей. Должен быть другой путь. Я ищу, что-то должно найтись. Толку от тебя вообще никакого. Чтоб ты знал. Хорошо, хоть она ему не сказала, чтоб ты сдох. Лестница дерьмо. Васек, привет. Привет. Только тихо, а то тут призраки, блин. Не кричи, самое главное.
кто-то сейчас может утонуть. Быстрее! Выбирайся оттуда! Сломанная лопата у тебя? Тащи ее! Выбей решетку скорее! Вода прибывает! Сейчас вернусь! Брэд! Помоги! Вытащи меня! Взял! Ну, бей, лошара! Петли! Петли ослабли! Ты идиот! А, ну сейчас они поднимутся наверх водой. Давай. Что дать? Что дать? Дать-то что? Кочмар. Спасибо за донат! Боже, ну у кого ж столько мозгов? Вася, господи, твою мышь, блин. Васечка. Василий, блин. Спасибо тебе, конечно, родненький. Испугался? Да не. Просто, блин, обосрался, блин. Эх, Василий, Василий. Эх, Вася. О, прикол, нахрен я вышел с игры, блин. А куда она у меня свернулась? Вот это, блин, я сейчас зря сделал. У вас игра есть, а у меня ее нет, между прочим, на компьютере. Сейчас вообще не смешно. Лучше бы я не выходил, блин. Не понял я. Блин, да как она так сворачивается? Где вот она делась? Ёберный театр. Мне, похоже, придется. Бля, ее, блин, тупо куда-то исчезла, блин. Как оно в фоновые процессы переходит? Блин, лучше бы я не смотрел. Эх, Вася, мало того, что испугал меня, так еще и, блин. Тих, блин, она тупо, блин, вообще, даже на рабочем столе ее нет. Вот у вас картинка висит, а у меня ее нет, блин, вот как так?
Не понимаю я, как это работает, блин. Ладно, сейчас придется, походу, перезапускать, блин. Вот как она, блин, я вообще все, не буду никакие окна даже трогать. Странно, как эта игра работает. Непонятно, блин. Так вот, смотри, на стриме она есть, а у меня ее на компьютере, вот она не свернулась. Я только могу заново, я не понимаю, как это. Какой-то бред, блин. Как это, блин, ладно. Сейчас перезапустим заново. Капец, блин. Веселуха. Ну, вот я сейчас снял задачу. О, исчезла. Эх, Вася, Вася, ты видишь, что ты натворил? Ты видишь, что ты натворил? Из-за тебя мы теперь перезаходим заново в игру, а? Мало того, что, блин, меня ушатал. Еще и игру ушатал. Не понимаю, что это какой-то это. Неправильный. Неправильная игра. Она как-то куда-то непонятно вылетает. Короче, я буду знать, что вообще нельзя здесь сворачивать. В самом интересном месте. Теперь главное, чтобы она еще загрузилась. Она еще иногда бывает не грузится, блин. Какой-то я не тот репак скачал. Теперь главное, чтобы подгрузилась, блин. О, нормалды. Продолжаем. Так, сейчас это... А, это нас выкинуло, что аж куда... А, ё-моё, блин. Аж где мост падает, блин. Ладно. Ача! Детка, плыви, плыви. Тихо, 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 назад. Блин, вот он ей был. А кто это вообще? Колечко, колечко, кольцо. О, мародерить вот не надо. Не надо мародерить. Ты посмотри, она тонет там и мародерит, блин. А у него ракушки. Бля. Да ну нахрен. Не понял. А это как это? А, это пират, блин, они похожи для меня были на одно лицо. Скорей! А теперь он за ними побежал и будет их топить, да? Надо было валить козла, блин. Сейчас он ее за ногу хватит. Нет, чтобы ее вытаскивать. Странный какой-то тип. Что? Ты в порядке? Спасибо. Чуть не утонула. Надо уходить. Он все еще здесь, этот тип. Интересно, как... Боже, сколько их там? А, это этот с глазом. Ну уже,
бежим! Жесть. Хотели устроить мне сюрприз, пиратские приключения. Отличная задумка. Правда. Это забавно, мне весело, но... Парни, которых вы наняли, слишком далеко зашли. Вы пожадничали. Решили не тратиться, и вот... И эти вот... Эти парни слишком много себе позволяют. И вот... Но вы меня поняли, да? Если захотите как-то от них избавиться, не вопрос, я с вами. Они же просто гребаные психи. Гоняются за нами повсюду. Гребаные психи. Станция с заметками. Получается, кто-то был начал на нем разные военные посылки. Эта станция была прикрытием для военной базы. А, может расколоться, блин, ё-моё. Дюк? Но нет. Этого просто не может быть. Капец. Це просто капец. Чек за бортом, дан приказ стоп-машину встать на якорь, не должен чек за бортом, весь все эти подчинения, тыры-пыры. Это был несчастный случай, как он прыгнул. Всем по приказу Форда офицерам строго запрещается выливать алкоголь на протяжении всего маршрута сделанного по часам 5. Алкоголь и состояние опьянения приглашены своим пьяным будет он под военный трибунал. Война закончилась, это полная хрень. Так. Да они издеваются. Просто за идиота меня держат. Надо найти всех. Не знаю, кто, но они надо мной издеваются. Просто издеваются. Чувак, ты только это понял? Капитанская каюта, что? На ему это, блин, что? Что оно ему дает, блин? Хрена непонятно. Что он хочет увидеть-то? Странно. Купача. Ха-ха-ха!
Прикольно. Капитанский сортир, ё-моё. Да, надо заглянуть за дверь, конечно. Так, а может... Не, всё же надо. Так, да. И как мне открыть эту сраную дверь? Насоряга. Надо чем-нибудь ее выломать. Уж капитан должен был знать, что за хрень тут творится. Бутылка вина, не болит голова. А не слишком-то он следовал собственным запретам. Удовольствие. Нахрен. Бери подсвечником вламывай, что ты, блин, как не родной. Ну... Для двери пойди. Увесистый. Открывай ты, твою мать. Это и глючит, блин. Очуметь. Блядь, я не успел. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, держи, чувак, пожалуйста.
Фу, бля. Красотка. Охренеть. Блять! Я не туда нажал, я клянусь, я не туда нажал, блин, минус один. Блин, можно отмотать, а? Блин, твою мать, блин, я с перепугу вообще. Одного я завалил. Пипец, я перепутал все конкретно по кнопкам, а? Черт! Он здесь! В чем дело, душа моя? Ты что, меня больше не любишь? Бежим! Блин, одного типа я все-таки привалил, я перепутал D и дабл V, блин. Охренеть, минус один уже. Как я так путанул, блин, пипец, короче. Два раза подряд, блин, D и дабл V перепутал. Здесь безопасно? Думаю, да, здесь мы будем в порядке. О, привет! Минус один. Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов, не так ли? Ну вот, одним меньше. Да ну блин, ну я протупил. А как же Конрад? Ему, точнее вам, следовало быть осторожней. Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнаете, надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам, дать подсказку. Ну что ж, как бы сказать, здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке, и даже, может быть, к политике, понятно? Менее потусторонние.
Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим. Блин, ну и... Типа я замочил, конечно, жалко. Этот корабль наверняка проклят. Это единственное объяснение той хрени, которая тут творится. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? Погодите, а где Конрад? Кто-нибудь его видел? Мы разделились. Я его видел. В смысле, я и Флис, так? Я видела его, как он упал. Он упал? Где? Он в порядке? Ему кто-то помог? Мне жаль, Джулия. Боже, Конрад, ну ты сволочь. Придурок. Он упал? С лестницы, что ли? Лицом вниз? Как? Упал с большой высоты, ясно? Огромный. Нет. Нет, 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 нет. Так, немедленно возвращаемся и ищем моего брата. Джулия! А вдруг он там умирает? Нужно идти! Конечно, но не сейчас. Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь... Обитает какое-то зло, в буквальном смысле. Надо Зло... Зло. У меня нужны сыновки. Так, ну это мы все же открывали. Ничего, ну как новое, что найдено. Маленький детский гроб. Шлюпка. Рома, привет, добрый вечер. Привет, Ули, Ули, Ули. Вот это вообще прикол, конечно, будет какой-то. Вот это было в воде. Значит, мы это уже как бы пережили, да? А это что за бля? Скоростной катер. Предусловно слушает собственное чутье. Живет с плытелем. Близким грузовом отсеки. Чемпион в камбузе. Черти шо. Коиться. И постараться мыслить трезво. Ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь? Я знаю, просто... Не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно. Но не весь этот бред сразу. Слишком много совпало. Тут явно какая-то херня. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Это корабль-призрак. Я долбанулась или это корабль-призрак? Вот и я хотел сказать.
Мы не первые, кто видит здесь чертовщину. Караульные до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме. Мы нашли упоминание об этом. У них тут дошло до установки дежурств, чтобы следить за всякой типа нечистью. Без успеха. Так, что произошло на этом корабле? Что здесь произошло на самом деле? Без понятия. Газета была от 47-го года. Странная дверь. Здесь сплошная чертовщина. Плесень, грязь, вонь. Всякая жуть. Пойди разбери, что тут настоящее. Что случилось с экипажем? Куда все делись? Тут повсюду пахнет смертью. Как в могиле. Так откуда все эти трупы? Видимо, умереть от страха все-таки можно. Походу, с этими людьми так и случилось. Мы знаем больше, чем раньше. Уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. И до сих пор горит, да? 40-го года, блин. Прикольно. Прикольно, блин, тут все работает. Надо валить с корабля. Ну да. По-моему, мы, короче говоря, полные задницы. Наверное, это бред, но может из-за... Оружие единое зря скрыли, пулеметы с руки стреляли, новые данные, стрелки на корабле атаковали спасательный самолет. Орудие избили тот самолет? Да блин, вложу его обратно в спите. Класс. Пригодились бы, если б не дырки. Нашли выход? Увы, нет, но я буду искать. Ну, вон же, блин, светится. Эй! Мне нужна помощь. Тут мы сможем подняться. Подсади-ка. Я помогу. Так, ну что, наверное, на сегодня мы будем заканчивать. Я смотрю, у нас тут сегодня народу просто много. Как раз, я думаю, на следующем стриме мы ее туда пройдем. Это, наверное, будет в понедельник. Я так думаю. Не, ну вообще, конечно, прикольные эти игрушки.
Мне лично нравится. И нахрен ты сюда пошел? Здесь. Да, здесь я бежала за Конрадом. Так, не понял, а как тату? Спокойно. Сюда. Тут можно пройти. Она просто неплохо. Вы нашли радио? Нет, но радио на корабле должно быть. По-другому быть не может. Наши шансы на выживание я оцениваю невысоко. Так, а тут больше... А, ну вот, есть еще что-то. В последней записи сильное сказано про что? После полудня до полудня ветер штормовой контроль 14 веществ установить невозможно. До полудня мой полдень густой туман, пусть мыцечный очень густой, с помощью по-прежнему густой. Так, ладно, это судовой журнал. Что-то тут не так. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Типа прятки, только в океане. Карта с машиной корабля набралась Китайской республики Сан-Франциско. И это Сан-Франциско, город Стиви Диско.
нахрен ты его поднимал? Корабль снесло с курса, была сильная облачность. Они не знали, где находятся. Да положи уже ее. А вот и рация. Да, ужас какой. Бедолага скопытился прямо во время эфира. Прочитать. Сигнал бедствия. Пытаюсь передать свой созвук МОД. Много мертвых среди экипажа. Не позавидуешь. Я умираю. Смотрите! И работает, блин. Не может быть. Оно до сих пор работает. Старые радиостанции мало отличаются от современных, если подключить к сети. Сейчас попробую. О, работает. Номерная радиостанция. Военная частота. Попросим помощи. Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло! Принято. Прием. Охренеть! Есть контакт! Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты... 12.30 южной широты, 151.20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Повторите. И сейчас потухнет, да? Это очень срочно. Прошу, СОС! Алло! Алло! Вы меня слышите? Ну же, прием! Сто лет работала и сдохла именно сейчас. А засада какая. Ай-яй-яй-яй-яй. Гляньте сюда! Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Пойду я, разумеется. Я все сделаю. Идти должен я. Сам справлюсь. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не всегда сможешь меня защищать, здоровяк. Я справлюсь, честно. Эй, раз Джулия сказала справиться, то справится. И точка. Ладно. Ты и я, Джулия. О, блин, начинается. Целы? Все на месте? Эй, вы там в порядке? Нормально. Видите что-нибудь? Нам надо найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Мы будем ждать у радио. Сюда. Это ж... А, зажигалка. Эй. Ты первый. Так, ладнево. Время уже не детское.
сегодня будем заканчивать. Прикольная игра. Блин, обидно, что я одного чувака, конечно, тупо перепутал кнопки D и W, притом подряд. Вместо W нажал D, а вместо D нажал W. Пипец, блин. Печалька. Ребятульки, спасибо, кто приходил, спасибо, кто посмотрел. Всем хорошей ночи. И увидимся теперь уже в понедельничек. Всем счастливенько. Пока.